Digma EV14P416. Ноутбук с Full HD экраном, 4-ядерным процессором и 4 гигабайтами оперативной памяти. Сегодня рассмотрим недорогой 14-дюймовый ноутбук. В комплекте лишь зарядное устройство и инструкция. Также покупатель получает бесплатно 64 гигабайта в облаке Mail.ru. Модель выполнена в пластиковом корпусе темно-серого цвета и весит не очень много. Всего 1 килограмм 300 грамм. Обратите внимание, что на корпусе нет вентиляционных отверстий. Охлаждение тут полностью пассивное, поэтому устройство абсолютно бесшумно в работе. На нижней части корпуса располагается отсек для установки дополнительного SSD-накопителя формата M.2-2280. По бокам расположены порты и разъемы. Слева гнездо для подключения блока питания, USB 3.0 и mini-HDMI. Справа USB 2.0, аудиопорт для подключения гарнитуры, а также слот для карты памяти microSD, с помощью которой также можно расширить пространство для программы файлов. Экран у данной модели имеет диагональ 14 дюймов. Это IPS-матрица с Full HD разрешением и хорошими углами обзора. Клавиатура островного типа. Между клавишами имеется свободное пространство. Тачпад достаточно крупный. Но левая и правая кнопки являются частью тачпада, а не выведены отдельно. Что касается начинки, то не стоит рассчитывать на высокую производительность. Здесь установлен базовый 4-ядерный процессор Intel Pentium J3710 с интегрированным графическим ускорителем Intel HD Graphics 405. Оперативной памяти 4 гигабайта, а встроенный накопитель имеет емкость 128 гигабайт. Из беспроводных технологий – однодиапазонный Wi-Fi и Bluetooth версии 4.0. Для общения по видео есть 2-мегапиксельная веб-камера, встроенный микрофон и стереодинамики. Наконец, за автономность отвечает несъемный аккумулятор емкостью 38 Вт-часов. Одного заряда хватит приблизительно на целый рабочий день, если не работать в ресурсоемких программах и не выставлять яркость экрана на максимум.